Все это. То есть никаких денег нельзя брать. Мочение, то есть вот там покропили, там что-то там помочили где-то, это не считается. Давай. Вот. Есть апостольские правила, каноны, там все говорится. Все это бесплатно, все темы. Для неверующих никаких тем не совершается. Они должны сначала ходить. Православный библейский сайт. Вот там, вот, дай пальцы, дай. Игнат Тихонович, с Рождеством. Спасибо, Христос. Твое интервью выставили на днях. Богослужение. Допустим, сейчас, вчера было воскресенье. Да подожди ты. А с обратной стороны-то есть там у него? Коробочка какая-то, еще что-то. Это готовится к молению. Обращайте меня внимание, я присочусь. Какие наши сестры красивые все. Вот такие бы не оставались, нежные голубицы. Сестры, вот это одеяние, смотри, закрывайте отверстие, чтобы не закрывали, там ни сумок, ничего не было, это вентиляция. Да по сторонам, чтобы открыто было, больше ничего не надо. Перед самым входом в храм, вот сейчас Рождество сегодня, 7 января. Ну вот, один человек уже за столом сидит. За рыбой не ездили? За какой рыбой? Куда? Мы вчера проехали. Главное не опоздать. И только в океане взяли. Вот. Вот сокровище. Сокровище-то какое. Почти каждый день заказывает, но послать уже не можем. У нас к концу все подошло, книги-то. Ну, хороший балычок. Попробовал, ну, там остатки вылетели. Кто у вас епископ, главное, до того смешно. Ну, посчитай, что такое секта. Отрицание института священства. А разве мы отрицаем его? Это так Бог распорядился, чтобы нами никто не помыкал. А вот мы в близких отношениях, и с епископатом, митрополией, патриархией, им не подчиняемся. То есть они не могут нас устав изменить, разогнать. Никакой власти над нами не имеют. Такой власти, как Бог дает. Сидеть спокойно, тихо. Молимся за всех. Нам Томас такой дали. Бог дал Томас. Вот сестры как тут готовятся. Сейчас после богослужения сразу, ну, вот с 8 служба начинается. Все там делят. Задание, чтобы на столе никогда ножей не было. Потом съешь, как рыба закончится. Пупов все спрашивает, кто у нас епископ. Слышь, я говорю, нам такой Томас, Бог дал свободу такую. Это особый Томас от Бога. Сейчас это, Московская патриархия, Путин радуется все. Это, патриархию-то не дали на Украину. Но. И тогда они такие радостные. Показали фотографию, Путин в проруби купается. Слышь? Бойлерная, наверное. Два года назад Путин купается, ну, стоят там, охраняют, и кто-то говорит, может быть, этот раз удачнее покупается. А что, тогда плохо? То есть из-под льда не выйдет, ну, надо же, злорадствует. Наоборот, надо молиться, чтобы Бог сохранил его. Да хочу над ним, зачем? Уж как? Зачем издеваться над таким человеком? Конечно, только зависть. Ну, еще, сестры, готовьтесь. Ему очень сложно. Попробуй сам, стань таким, и потом узнаешься. Что делать? Правда, защищаться, не защищаться? Входа в храм пытаюсь посмотреть, что они там делают. Потом еще съезжу. А еще делает? Это детская такая. Ладно, там щелкают по лбу.
она не видит, что я тут снимаю. Но я не захожу туда. У нас тут написано. В комнату не заходи. Вот она как. Если мне надо книги взять мои, я по разрешению спрашиваю у них. Ну, хоть на конкурс красоты выставляй. Какое одеяние у нас. Это они не видят разве, сколько труда тут положено. Это не в тягость, никто не заставляет. Приходят сами. И не то, что как у старобрядцев, полголовы открыто. Смотри, незамужняя, как бы не засиделась. У нас все закрыты, так что волосинки не видно. Даже грудного ребенка. Это женский пол. Вот так. А это дети. Видно глазами детей. Вот все рисунки. Торжество Христово сегодня. Вот посмотрим, какой концерт. Какой концерт будет. Вот так вот заходят здесь. Двери. С двух сторон зеркала. Сам одевается. Вот она, пожалуйста, как. Врач высокой квалификации бывшая. В органах МВД работала, любит порядок, четко все ясно. Ухаживает все время за больными, находит бабушек. Давай. Липовый цвет ваш этот заварили, липовый лист. Все, объявлять надо? Надо. Все. 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 Приготовьтесь к молитве.